Я Иван, я сегодня расскажу и покажу, как играется знаменитый риф Enter Sandman команды Metallica. Итак, данный риф, придуманный Кирком Хэмметом, не такой простой, как кажется на первый взгляд. Сейчас я сыграю это в замедленном темпе под метроном с табами и дальше поясню, что же там происходит. Итак, риф начинается с открытого пауэр-аккорда. Я играю на семиструнной гитаре, но седьмую струну я не задействую. Так что у меня стандартный строй для шестиструнки. Шестая ми. Итак, пауэр-аккорд ми. Затем играется, не прерывая аккорд, пятая струна на втором ладу. Получается вот такой эффект. Затем делается слайд. Я его делаю безымянным пальцем на пятой струне с четвертого лада на седьмой. Потом две ноты. И вот это вот на шестой струне нота. На ней нужно сделать легкое вибрато. Итак, пауэр-аккорд. Еще одна нота. Слайд. И дальше, когда идет зацикливание этого начального рифа, перед вот этим пауэр-аккордом играется палм-мьютом, то есть с глушением правой рукой, открытая шестая струна. То есть должно получаться вот так. Это начало рифа. Еще раз. Перед выходом на пауэр-аккорд соль, который у нас от третьей струны играется, тоже идет вот это вот заглушенная палм-мьютом открытая шестая. И дальше сплошной палм-мьют, несколько аккордов. И на повтор выход опять на ми открытую. Вначале звучит записанное мною на вот этой гитаре Ibanez Apex 2 с активными звукоснимателями, что хорошо подходит, как мы знаем, для металла. Сама Metallica всю жизнь играет на активных EMG. У меня здесь Seymour Ducan блокауты. Я записывал это через под HD Pro. Пресет, который я использовал, я показываю в своем видео, как нарулить звук Metallica. Причем этот пресет подходит для под HD 500 и для под HD Pro одинаково. Звучать он будет тоже достаточно одинаково, я надеюсь. Собственно, все. Обратите внимание в начале, как удары метронома совпадают с аккордами. То есть в какой момент должна прозвучать заглушенная струна, вот эта вот, какой идет открытая, как закольцовывается риф, как он выходит, как он продолжается дальше, переходит в следующие рифы. Еще один момент. Кирк Хэммет играет весь этот риф целиком даунстроком. То есть даунстрок, удар вниз, тоже удар вниз. Нигде нету верх апстрока. Все время вниз. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Пока!